Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Двойная система атмосферных фронтов от Урала до Байкала поддерживает неустойчивую погоду на юге Сибири в контрастной зоне раздела волн тепла и холода. Теперь о погоде более подробно. Во вторник, 19 января, в Новосибирске без существенных осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Ожидается похолодание. Ночная температура составит -22-24, днем столбик термометра покажет 18-20 градусов ниже 0. Теперь о погоде в последующие двое суток. 20 января без осадков.